Всем привет! Заходила сегодня в Фикс Прайс купить батончики. Ну и как всегда, конечно, набрала опять полную сумку. Давайте покажу, что купила. Увидела я там некоторые новиночки. Такие, например, как влажные полотенца, универсальные очищающие с аллантоином и ионами серебра. Большой размер. Давайте, может быть, откроем, посмотрим. Ой, такой резкий звук. Ого, не знаю, правда, я еще для чего я их купила. Ну, наверное, дома буду использовать. Может быть, как раз вот пыль вытереть вот такой вот салфеткой где-то. Смотрите, какая она огромная. Еще и тянется. Пахнет очень приятно, кстати. Написано с аллантоином и ионами серебра. Ну, не знаю, здесь 40 штук. Ну, вполне даже очень прилично. Так. Назад затолкаю. Стоили они, кстати, 77 рублей. Ценника, конечно же, не было. Я думала 55, но сейчас, наверное, уже за 55 мало что найдешь. Так, следующая покупка. Это тоже новинка у нас в Фикс Прайсе. Вот такие вот влажные салфетки для снятия макияжа с мицеллярной водой, гелем, алоэ, ионами серебра. Я их возьму на работу с собой ночью, когда работаю. Ну, тоже как-то хочется освежиться немножко и лицо протереть. Ну и я на ночь все равно стираю тональник. Все, потому что мне как-то некомфортно. Поэтому взяла такие попробовать. Не знаю, что за салфетки. Давайте тоже, может быть, откроем, посмотрим. Одно. Вот такие вот салфеточки. Тоже, в принципе, довольно-таки неплохие. Пахнет, знаете, каким-то растением. Травкой какой-то, что-то типа этого. Травянистый такой аромат. Вот. Были в двух вариантах. Но я думаю, что наполнение одно и то же. Здесь синенькая такая еще упаковка. КТ вот в больших не было. Были только аура и вот эти вот новинки. Вот. Так, дальше еще из нужного увидела резинку. Вот не знаю, дома есть у меня резинка или нет, нужна резинка, поэтому я решила взять, думаю, пусть будет. То кинешься — нету. Дальше взяла вот такие вот ежедневки без аромата. Не стала брать по 99 олу, как обычно я беру. Что-то мне показалось дорого. Мне кажется, вроде бы они по 77 стоили. Вот эти опять же взяла, думала 55, оказалось тоже 77. Да, ценники, видимо, некому расклеивать. Поэтому вообще непонятно, что сколько стоит. Дальше я купила вот такую вот рамку маленькую для фотографий. 10 на 15. Хочу ставить фотографию. Одну. Красивый. Мне нравятся такие рамочки. Так. Из интересного. Смотрела в обзорах. Вернее, не в обзорах. В группе я видела, по-моему, ВКонтакте. Фотографии вот этих вот. Мои сказочные пяти лет. Забыла, как они называются. Пятибуки. Вот. На 5 лет рассчитан такой ежедневничек. Мега популярные дневники на 5 лет с вопросами на каждый день. Вот там разные вопросы. Были, значит, у нас 4, по-моему, вида. Кофейный тоже такой, фактурная такая обложка, знаете, вот типа моих обоев. И цвета тоже такого кофейного. Знаете, как под мешковину. Потом эко какой-то блокнот. Из крафтовой бумаги такая обложка. Потом сделана под книгу «Гордость и предубеждение». С золотым тут срезом вот этим вот. Ну, интересные. Еще какой-то был. Но они все были запечатаны. Распечатан был только вот этот. Кота Дузы. И я полистала, и мне понравился. 200 рублей стоил. Хотя, вот, ну, как бы на картинках я видела. Но... думала, что не буду брать, но почему-то вживую увидела и очень меня привлекла эта
книжечка очень симпатичная. Ой, здесь еще и закладка, вообще здорово. Яркая такая. Я посмотрю обзоры, может быть, где-то у девчонок на остальные. Если понравится, то еще, может быть, какие-то куплю. Качество очень классное. Мне кажется, за 200 рублей это вообще супер-мега дешево, потому что я уверена, что такие книжечки будут стоить там на Лабиринте или еще в каких-то магазинах, типа «Читай город», думаю, рублей по 500, не меньше. Все здесь такое яркое, красочное. Вот, 1 января, где и с кем я отметила Новый год. Мне кажется, интересно будет почитать, допустим, там года два назад, что я делала в тот или иной день. Какая у меня цель на этот год, 2 января? Так, отвлеклась. У меня тут у кота истерика случилась. Что же я тут закрылась на кухне и, не дай Боже, ем из его тарелок. Вот. Самые разные вопросы такие, ну, типа как анкета, знаете, мой главный недостаток. Кто сейчас президент? Мой рецепт для лечения разбитого сердца. Какой самый безумный поступок, совершенный ради любви? Ну, я думаю, здесь очень много таких всяких разных вопросов интересных будет. Ну и все, в общем-то. Интересно, вопросы повторяются или нет? Наверное, я думаю, что повторяются. Наверное, во всех одно и то же. Поэтому здесь, скорее всего, только по обложке выбирать стоит. Ну, либо в коллекцию. Ну, мне кажется, и на 5 лет хватит с лихвой. Как-то оно все... А, вот... Приклеилась закладочка. Классная штучка, интересная вообще. Буду с удовольствием пользоваться. Наверное, по крайней мере, попытаюсь себя заставить. А то я покупаю, а потом это все лежит. И, наконец-то, я купила себе вот такой набор акварельных карандашей. Очень давно их хотела. Я уже несколько раз заходила в фикс-прайс, смотрела, но их там не было, как я думала. Но... Я смотрела, где было развешено. Я нашла, в общем, их внизу. Обычно, ну, я смотрела везде, где развешаны там все эти ручки, карандаши. Тут решила внизу посмотреть. Думаю, может быть, просто не уместились на витрину. Действительно, там лежали в разных оформлениях. Давайте сейчас посмотрим. Тоже, мне кажется, за 99 рублей это вообще супер-мега... Хорошая цена для карандашей. Ой. С этого. Они довольно-таки мягкие, хорошо пишут. Классные карандаши для раскрасок антистресс. У меня есть дорогие акварельные карандаши. Ну, я не знаю, им уже лет 15, наверное. Давно я их покупала. Они у меня еще до сих пор не истратились, но они... Очень мягкие, и пока его подточишь, можно, в общем, пол карандаша сточить. Давайте еще какие-нибудь посмотрим. Фиолетовый, например, голубой. И... Вот. Хорошие карандаши. Кисточки у меня сейчас нет с собой, чтобы проверить. Ну, я смотрела уже на них обзоры, поэтому верю, что они акварельные. Хотя, по сути... Я даже, по-моему, теме, может, пару раз всего их, ну, мочила, чтобы они в акварель превращались. А так, в основном, как обычными карандашами пользуюсь. Что-то не могу я за это туда заткнуть. Так, дальше купила сок яблоко, персик с мякотью. Что-то мало было в этот раз. Разновидностей. Ну, мне вот такой вот больше всего нравится. Он вкусный и недорогой. 55 рублей. В магните стоит этот же сок 77, около 100 рублей. Так, дальше я купила батарейки. Алкалиновые в этот раз делаю, солевые эти. Не напасешься их, в общем. Быстро очень садятся. И вот такие вот взяла лазерную каску коту. Тоже закончились уже. Слава богу, что хоть вспомнила, что надо купить. Ну и взяла еще коктейльчики свои любимые.
Два с бананом взяла, один с ириской и с клубникой. Вот. Такие коктейльчики. И наконец-то батончики появились. Вот, правда, только с ванилью. Протеин бар. Ну, для мужа взяла, он меня их любит. Вот такие были у меня покупки. Хотелка моя давняя, набор акварельных карандашей. Ну и, конечно же, этот пятибук, вообще что-то супер-мега крутое, я считаю. Так, чек. Я здесь списала баллы. Вот опять ничего не купила. В маленьком пакетике унесла покупочки. Заплатила, блин, 1000 рублей. Здесь списаны баллы. Набор стоил карандашей 99, батарейки, по-моему, по 55, коктейли, не помню сколько, 18, наверное. Пятибук с вопросами 199. Полотенца влажные стоили 77, а салфетки 55. Тесьма плетеная, то бишь резинка, 55 рублей тоже. Батончики по 27, по-моему, уже. Ежедневки вот по 77, я сказала, да. И фоторамка 55 стоила. Такие вот были у меня покупки. Незапланированные, так сказать. Ну ладно, что ж, бывает. Сейчас я и так редко в фикс-прайс хожу. Иногда можно себя чем-нибудь порадовать. Всем спасибо большое за внимание. До новых встреч. Пока-пока.